Приветствую всех. Хочу сегодня с вами поделиться продвижением по второй моей работе, над которой я активно тружусь. Это южнокорейский набор «Дома. Длинная белая ночь». С этой работой у меня произошла такая вот история, скажем, несчастных случаев, который в итоге оказался все-таки, все обошлось, скажем так. Как, наверное, может быть, вы заметили, у меня, наверное, слышно в некоторых видео, гавкает собака. Муж взял собаку, охотничья порода, висла, ему 5 месяцев. В принципе, собака, он у нас неплохой, вреда немного нам приносит. Ну, тапок где-то украдет, носок где-то пожует. По мелочи, у кого есть собаки, те знают, как все происходит. Ну, в общем, по крупному неприятности у нас не было. Но в один день, вернувшись домой, переступив порог квартиры, я была просто шокирована, увидев, что, в общем, он отвел свою душу и повеселился, как говорится, по полной. Все, что можно было, туалетные бумаги, полотенца, все, что было в его зоне досягаемости, все было вверх дном. И он каким-то образом пробрался в наш офис, в нашу рабочую комнату, которую мы всегда закрываем. И в этой комнате я храню все свои рукодельные прелести. Этот наборчик я, видно, вечером вышивала пару крестиков и оставила на краю стола. В общем, когда я вошла, я увидела его на полу. У меня внутри все похолодело, я не знала, что мне ожидать. Сразу я подняла канву, стала ее рассматривать, думаю, может, где что откусил, прогрыз, и все это будет как бы испорчено. Слава богу, даже нити, которые парковались, они были, естественно, спутаны, но были все в целости, ничего не прогрызно, не поцарапано, все оказалось в порядке. Дальше я сразу проверила свою схему, которая вот она у меня вот так здесь, обычная такая цветная схема. Но, к счастью, тоже не пришлась ему по вкусу. И, в принципе, только вот здесь немножко чуть поцарапано, но все в целости. Ну и в третьем это были нитки. Нитки, конечно, пострадали чуть-чуть, но они не съедены, просто были разлохмачены. А вот органайзер пострадал больше всех. Мне очень нравился, я планировала им еще пользоваться, но пользоваться им будет уже невозможно, потому что все съедено. Вот его придется потом выбросить. Ну, в общем, несмотря на то, что как бы вот такое случилось, то есть он ничего не принес вреда этому набору, меня это успокоило, и вот как бы продолжаю работать. Очень мне нравится этот простой сюжет. Здесь, в общем, все очень-очень просто. Вот такие домики получаются, вот такие елочки вырисовываются. Работа вышивается в 3 нитки. Получается очень такая объемная, такая, как коврик плотненькая. Мне так нравится эта фактура. Просто я в восторге, я обязательно еще вышью какие-то работы из шерсти, мне интересно попробовать. Ну, как начинающий вышивальщица, интересно все материалы и шерсти, и другие ниточки, и на льне попробовать хочется, все хочется попробовать. Но вот на данный момент я просто в восторге вот от этой фактурности, от такого, скажем, коврика, который у меня получается. И сюжет очень спокойный и гармоничный. Еще совсем немножко, и мои домики будут готовы, подрастут еще и елочки, и приступлю я к отшиву снежинок. Снежинок будет выглядеть вот так. Зенит отсвечивает. Вот так будет выглядеть конечный итог. В данный момент я шью совсем и по чуть-чуть. Основное внимание я уделяю совместному проекту, конечно же. Ну вот по пару крестиков, по чуть-чуть пробегаю вот эту работу. Вот так она выглядит. Надеюсь, что будет у меня возможность ее все-таки закончить к концу этого месяца. Вот.
На этом все. Хорошего вам настроения, успехов в вашем творчестве и всем пока. До скорых встреч!